Как у нас сегодня 14 июня. Где, у кого видали-то? Ладно. Спаси Христос. Какой прекрасный день сегодня, отдых. Так, возьмите. На целый день занимайтесь. На улицу не вылазьте. Это Бог дает нам маленький дожишка, но дарям отдышка. Ну, батюшка мой, не знаешь куда. Давайте договоримся вот так. Вот туда я буду вешать. На крайний. Ну что, все. За стол. Звоните, Игнатий Тихонович. Господи Боже, слава Тебе. За молитву святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитву Пречистоте Матери всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже, милостью будь мне грешен. Создав меня, Господи, помилуй меня. Бе еще славы согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. А как же молимся, а Марины нету? Я тут. Ты тут, Марина, всегда становись туда. Так, сегодня день необычный такой. Так, Володя, ты утрами мне не звонишь. А, виноват. А? Виноват. Виноват. Второй раз уже. А Никита звонил каждый раз мне. Мне это необходимо у вас знать, что все хорошо. Угу. Я сегодня маленько подольше, 4 стал. Там маленько 4 не было. И вот все еще не поправился с интернетом. Такие вопросы, как тема старообрядчести там подняли сегодня. Ну и... там из Израиля, там из Германии, там из Сирии, откуда. Одновременно чат, который, где вы были. И все ссылаются. Спросите Игнатия Тихоновича, спросите, ответит он там. Евгений Тропко нашел старообрядцев, он восхищается, он еще ничего не знает. Когда он узнает, он замрет. Ему там голову снесут сразу. А я старообрядчик, я родился, это моя родина. Я их знаю от начала и до конца. Что из этого есть? Кто-то идет? Коровы. Коров погнали, вот так. Так, вижу, там голуби вылазят у меня, этих надо еще проверить. Как вечером вчера начинался дождик, я все смотрел помаленьку. Вот сейчас посмотри назад, если бы мы не торопились здесь, а торопиться надо. Мне сегодня один заходит, он вроде как монах, и меня обвиняет. Вот вы прошлый год работали, а там и сваи таскали, не жерди, а сваи. Ну и тяжелую. И у меня я кровью пошел, у меня кровь пошла. Я что-то глянул, как-то у меня прям одна кровь идет из меня. Ну там что-то надрывается все-таки. Он меня за счет вот, апостол Павел шил палатки, он, никто так не трудился. Оставили сети, Христос сказал, оставили, пошли, они больше не возвращались. Я говорю, Писание не знаете. Они рыбачили,
Никуда они не ушли, они зарабатывали себя. А как? Да воскресший Христос, говорит, они ловят, забросьте по правости. Это уже воскрес Христос, а они все еще рыбачат. Я иду рыбачить, и я с вами, там написано, пойдем и мы. То есть они зарабатывали себе. Павел говорит, трудящийся достоин пропитания. Вот, когда молотили раньше, не комбайны были, а такие, как зубчатые, широкие, захват такой, они по снопам возили, снопы обмолачивались. Написано было, не заграждая рта, увала молотящего. Вот просто так, скотину не пускай. А тут она берет пшеницу, не заграждай. А они по жадности надевали на мордик такой, не мог еще съесть. А в валах ли запечется Бог? Не о валах, а о проповедниках, о трудящихся. Ты смело ешь, зарабатываешь и прочее. Помню, мы в Пензе были, на квартире жили, а у них родители жили в деревне. Старенькие. И мы ездили с братом Аким на велосипедах туда, они где-то через лес жили. Через лес. Мы едем дорогой, написано на картоночке места писания, заучиваем. Приехали, им все помогаем. Но они старенькие совсем. А это не может, у нее ребятишек много. Ее звать Марфа, это ее родители. Она не знает, кто она по нации была. Какая-то нация там такая. Она русская, как выглядит. А на самом деле, как калмыки или кто-то такие вот. Не знаю даже. Ну и все им помогаем. Дрова рубим, носим там, пилим. И они тогда видят, что мы приезжаем прямо с работы. И говорят, вот вы русская печь, вы сами доставайте и ешьте, что надо-то вам это. Ну, как она семья. Но враг посмеялся над этим. Что их задело? И они, дочки сказали, говорят, приезжают, говорят, и сами из суп лезут, достают. Понимаешь? Ну, можно было бы не обратить внимание, мы обратили внимание. Вскоре мы перестали вообще к ним ездить. Это было неприятно слышать. Неприятно, потому что трудящий это достоин пропитания. А потом там какая-то незнакомая еще бабка приходила. Что-то такое вот завертелось. Оброненное слово для трудящихся, оно открыто. Не дрезай рта увала молотящего. Ты работаешь здесь, ты кормишься здесь. Мы вот здесь сколько работаем. 45 лет я работал с детьми и обслугой, и никто ни копейки не... Первое время приезжали и со своим хлебом. У нас даже этого не было. А где я возьму? У меня ничего нету, купить негде. Потом мы стали этих людей уже кормить. А потом пришло время такое, что стал кое-что их приплачивать. Вот таким вот он целый день. У него нету ни пенсии, ничего нету. Они приезжают сюда с Никитой, сколько были люди за детей платят. Вот еще у нас за 7 тысяч месячно, а у меня ни рубля нету. Сказал, с вас брать? Все это, эти 9-й год уже ни копейки не платят. А Бог как-то сделает и дает. Вот нынче помогли, опять это нам Елена помогла, и потом не было пшенки, риса. Я сказал, Урюка, это все Андрюша, который привозил маленький вот этот головащий. Это он за свои деньги купил и бесплатно привез. Мне-то ни рубля нету. Вот в прошлом году были из Канады. Те заплатили за все, у них есть деньги. А к осени что накопилось, мы днем, летом-то покупаем молоко здесь. Если бы мы не покупали, денег тоже нет на что. Из этих я деньги не прикасаюсь у Володи, он у меня главный банкир. А теперь что осталось? К осени приезжаю, мы делим, сколько у Никиты. Никита в это время где-то работал. Пас. Я ему это вычитал. Ты пас, а Володя нет. Вот здесь все время день и ночь. Поэтому Володя столько, ты тебе столько разделилось. Я их не видал деньги. Я считаю, именно такой подход самый правильный. Ни копейки нет, ниоткуда. Поэтому я должен думать сейчас пенсию получить, на молоко как-то взять. И сейчас молочное придет 12 июля. Ну еще месяц. Люди, может быть, будут. Понятно? Вы все время об этом молитесь, чтобы как-то у нас все это у нас сходится. Вот если бы мы с работой не торопились, там бы не было сделано. Сейчас там глина не подойдешь. Мы сделали, отошли. Вода прибавляется сейчас. Я сказал, завтра, если даже будет там маленько смощено, то мы все равно пойдем, никуда не пойдем, потому что ночью она размокла. Идите дома, сидите, бейте комаров и занимайтесь делом. Комаров. Батюшка, слышали, как рассказывал про комаров-то? Как? Расскажи. Это нет. Слышит? Не знаю. Он мне говорит тут. Вот, комаров много, а батюшка им говорит, тут приехали племянники, племянник и племянница.
И он говорит, батюшка, вот комаров набейте килограмм где-то, чтобы сухие комары были-то. И я вам 500 рублей дам, а у них денег нет. Ох, они вышли, батюшка дал работу комаров, бац, комар. А тот-то мужик, он сразу говорит, а мы пойдем сейчас в лес, там комаров много, ты разденься, а я на тебе, если начну бить тогда. Ну не, она, ну не, будут садиться комары бить, а тут комаров нет, и мы как начнем их сейчас много бить, а ты только стой, не бойся, мы их набьем много и деньги получим. Вот выстави ее, комары любят, смотри, она какая. Интересно так получается. И батюшка вовремя съездил, вернулся. И прижал, и говорит, зеленью, нет? Да. Привез? Да. Морковку я сказал, не трогать, моя морковка. Сейчас я сначала натру ее, то я совсем ослепну. Вот, какой сегодня радостный. Я уснул, как будто бы надел эту маску. Надежда Васильевна дает задание, чтобы она вам на голову дала надевать. Вот эти, сшить. Ты у меня возьми, Надежда, образец который, и из этих шеи туда, ну, все одинаково сделать. А на руки можно просто как ее рукавичка. Они были много, но пододелись, не знаю, растащили. Игнатий Иванович, а что батюшка вчера съездил-то как? А? Батюшка вчера съездил-то как? В Мамонтово-то ездил. Ну? Как там, что там, какое решение? Все нормально. Все нормально? Он расскажет потом. А, расскажет? Сейчас нет. Угу. Все, заставьте, видите? Все, приносите. Во славу Божию. Садись за стол.